Вот, добрый день, мини-трактор.укр, наш YouTube-канал, мы снова с вами, рады вас приветствовать, подписывайтесь, смотрите видео, потому что вам интересно, у нас представленные тракторы и навесное оборудование к ним. Сейчас хочу показать вот такой окучник, универсальный, лепестковый, это уже комплект. Комплект бывает с двух или с трех окучников под одну точку на мототрактор либо на мотоблоке. Фиксируется все вот на такой сцепке, двойная сцепка и одинарная сцепка. На нем можно устанавливать как окучники, так потом можно, допустим, убрать их, поставить вот такие ежи, к примеру, или диски, ну любое, грубо говоря, оборудование, которое вам будет нужно. Вот сцепка это регулируется вот этим болтом, угол, который вам нужен для работы. Закручиваете просто вот этот болт. И вот, собственно говоря, как выглядят сами лепестки. Тоже можно выбрать нужную глубину при помощи вот этих отверстий. И здесь вот есть вот такая система, с помощью которой вы можете, скрутив этот болт, выставить себе нужный угол, который хотите получить вот этих лепестков. То есть можно их поставить шире, можно их поставить уже, в зависимости от того, от работ, которые будете делать этим навесным оборудованием. Вот. Такой комплект представлен на сайте, там у нас стоит два лепестка. Можно, в принципе, ставить и три. Это в зависимости от трактора, от мощности, сколько лошадиных сил. И способен ли он работать с тремя рядками, или там, если 15 лошадиных сил, можно ограничиться двумя рядками.